Да, это интересно, они действительно громадные рамы. Это из запасников этого дворца были они, но они лежали не как экспонаты, а просто там, в запасниках. И нам дали, чтобы создать это интерьер этой столовой или гостиной, дали образцы эти, чтобы мы их повторили. Это было немецкое барокко. Вот сама резьба, она смотрится на порядок интереснее, чем когда она позолочена. Это вот во-первых. Для большого зала, когда это вот всего много, то там применялась вот эта техника, так сказать, позолота, которая была, конечно же, эффектной. Это громадный зал, позолоченный, да, туда тронный, туда все приходят. То есть, вот. Но когда мы рассматриваем конкретную резьбу, то богатство резьбы, оно под Левкасом пропадает. Когда мы размывали эту резьбу, то мы видели гораздо больше, чем когда мы чем то, что видят, когда люди просто смотрят на позолоченные вещи. Они смотрятся, в общем, эффектно, но мало чем отличаются от гипса. А вот сама резьба, она имеет то богатство, которое вот зритель просто теряет, то есть они это не видят.